Еще одно новое образовательное учреждение в округе. В поселке Красково на улице Мичурина продолжается строительство школы. Ее возведение начали весной 2022 года. Владимир Волков проверил ход работы. Подробнее в сюжете. Монтаж инженерных систем и отделочные работы подходят к завершению. Сейчас на объекте работает около 150 строителей. Новая четырехэтажная школа рассчитана на 1100 мест. В центральном корпусе спортивные и актовые залы, большая и комфортная столовая, музей и библиотека. Всего в образовательном учреждении для будущих учеников предусмотрено 44 кабинета. Школа будет разделена внутри на две зоны. Одна – это начальная школа, вторая – это уже старшие, старшеклассники, ребята. Конечно же, в школе будут все необходимые кабинеты, оборудование по последнему требованию образования. Это очень современная школа с большим остеклением, то есть в классах будет светло. Благоустройство территории школы обеспечит школьников всем необходимым. Предусмотрены спортивно-развивающие площадки для младших классов, а также баскетбольное и волейбольное поле и зоны отдыха для всех учеников. Территория школы достаточно большая. Территория – это порядка 3 гектара. Конечно же, благоустроена абсолютно пешеходная зона. Вот сзади меня расположена такая зона отдыха. И во время перемен ребята смогут выбегать, отдыхать на тех красивых современных малых архитектурных формах – это и качели, и лавки. Работы проводятся в срок. Новая школа распахнет свои двери для учащихся уже этой осенью. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.